создан. В этом проекте есть, я бы сказала, идея. Идея самая простая, была взята с земли. А когда делали этот проект, его готовили больше года. Представляете, проект называется LX Life Company. В переводе на русский это обозначает «лучшая жизнь». И этот проект соответствует всем требованиям. Первое, преимущество. В нем есть идея. Сразу ответ, вопрос-ответ. Идея. Вы знаете, не хочу отвлекаться, что взято с земли, чтобы людей всех сделать участниками бонусной программы в интернет-проекте. Такого еще не было. То есть идея, это уже здорово. Второй момент. Все в системе, любая операция производится только вручную. Здесь абсолютно нет админов, автоматических реинвестов. Здесь есть переливы, но переливы все ставится вручную. Если ваши вышестоящие спонсоры, у них более-менее активность проявляется лучше, чем у приглашенных, значит, они искусственно, да, ставят людей, что такое перелив. Перелив есть автоматически, когда непонятно, с какой стороны перелился, да, по-русски говоря, один атрофированный, другой атрофированный, хотя атрофированных нет. То есть у каждого свой скорость. Здесь перелив есть, но искусственно мы все управляем здесь вручную. То есть преимущество в этом проекте абсолютно нет автоматизации. В каждому человеку даются здесь бесплатные личные кабинеты, неактивированные, где можно полностью здесь изучить все. Итак, есть идея, так? Нет автоматизации. Далее. Проект очень-очень долгосрочный, забегая наперед, пока подписан договор до 2026 года, впереди, ребята, чуть больше 9 лет. Почему именно? Да потому что если есть идея, а идея такова, что мы участники бонусной программы, значит, в нашем проекте есть и товар, есть и услуга. Вы задумаетесь о долгосрочности, о стабильности, о гарантии нашего тела. Есть продукт. И мы не будем покупать эти товары, услуги за деньги. Знаете, как это вот насильственно? Пришел в проект, да? Или пришел в компанию. Нравится, не нравится, жуй, моя красавица. То есть человек отдает деньги взамен, если тебе никогда ничего не нужно будет, ты вынужден брать какой-то товар или услугу. Это обязывает. Но ведь человек, каждый из нас, идет в проект с целью заработать деньги, ребята. Это является нормально. Поэтому проект соответствует всем требованиям для каждого буквально человека. В этом проекте есть три вида дохода. Первый вид дохода – это основной, ребята, основной. На что сегодня сделаю еще акцент – это ежедневные деньги. И покажу, как легко здесь можно зарабатывать. И покажу, знаете, даже, как я вчера говорила, Игорь Прокопенко сейчас ведет по РЕН-ТВ, да, вот эти мистические программы. И вот я сейчас покупаю его книги, перечитываю, потому что действительно очень интересный. И успех богатейших, величайших людей заключается лишь только в том, если люди научатся жить здесь и сейчас, а я вам покажу на основе сегодня бизнеса нашего проекта, то большие деньги, приобретая в настоящем моменте маленькие деньги, большие деньги у вас будут скапливаться, накапливаться автоматически. Об этом даже задумываться не нужно будет. Итак, в этом проекте три вида дохода. Ежедневный вид дохода, где люди получают каждый день. Накопительная программа, где можно накопить любую сумму денег, которая необходима конкретно для вас. Хотите 2, хотите 5, хотите 10 миллионов, и я вам покажу сегодня это. И третий вид дохода – это по линейке, по продукции здесь, представляете? По продукции, то есть проект рассчитан на любой контингент людей. В этом проекте по третьему виду дохода я вам 100% гарантирую и говорю, будут те люди, которые никогда не будут принимать участие в сетевом маркетинге. То есть это обычные будут обыватели, потому что уникальный на сегодняшний день есть продукт в нашем проекте, это альфа-нектар, вот, это эликсир молодости, где было разработано, остановили старение клетки. Продлен эликсир жизни, эликсир молодости, представляете, для каждого человека.
причем с тяжелейшими заболеваниями, этот продукт уже есть. И люди уже получают деньги по третьему виду дохода. Далее, какой еще товар будет здесь? Будет по воде, а это значит клиентура, все, что будет связано с водоснабжением, структурированная вода, где человек приобретает один продукт, и ему достаточно его на всю жизнь. Об этом я тоже затрону. И будет карта здоровья, где полностью выравнивается фон нашего тела. Представляете? Защита от всех электромагнитных воздействий. Вот такое вот преимущество есть у нас в нашем проекте. Итак, давайте я сейчас вот вхожу. Можно одновременно, вот смотрите, какие вопросы интересуют вообще всех людей? Вот какие? Задумайтесь. Вот все, что вы говорите людям, все, что вы делаете, делайте как для себя. И давайте информацию так человеку. Вот я всем здесь присутствующим говорю, ребята, есть ли среди нас люди, которые отказались бы от каждодневных денег? Нет. Есть ли среди нас люди, которые бы отказались от больших денег, да желательно побыстрее их заработать? Нет. Есть ли люди, которые не беспокоятся, не заботятся о своем здоровье? Нет таких. Напрашиваются такие вопросы. Чтобы это все получить и заработать, задаются основными вопросами. Первое, что за проект? Запомните, пожалуйста, вот эти вопросы. Какова идея создания проекта, с целью чего его создали? Дальше, сколько вход в проект? Люди задают вопрос. Далее, а когда я начну получать или получу те деньги, которые меня интересуют, то есть что интересует? Человека интересует скорость по времени, время. Но невозможно же получить эти 2 миллиона 4 года. Невозможно, жить-то на что-то надо. Значит, надо что? Умудриться человеку рассказать, что такое, как можно в нашем проекте определить скорость по времени. Как в нашем проекте на начальном этапе за 15 дней можно заработать 107 тысяч рублей. Интересно? 107 тысяч рублей. Значит, задаются так вопросами, сколько вход? И самый основной вопрос, что я должна сделать или должен сделать, чтобы за 15 дней, как ты, Лена, умничаешь, получить 107 тысяч рублей за 15 дней. Итак, поехали. В силу, в меру ваших возможностей можно одновременно в этот проект войти на три вида дохода. На ежедневный, на накопительную и в линейный. На три вида. В рублях я могу вам сказать, сейчас прям говорю, забегая наперед, опять-таки, это получается 4,4, 8 тысяч, и там получается 6, ну и 7, округляю сумму, да, это получается 15 тысяч рублей, конкретно 14 900, если есть возможность. Если нет возможности, значит, идем по порядку. Проект называется «Трансформер», ребята, потому что с любого конца вы можете войти в ежедневный, 100% попадете в накопительную. Вы можете войти в накопительную сразу, 100% попадете в ежедневный. И вы можете сразу войти на третий вид дохода по продукту, 100% попадете в накопительную, а потом в ежедневную. Сейчас быстренько рассмотрим, пробежимся по трем отдельным видам дохода, и я вам покажу деньги. Итак, первая программа называется Free Life. В переводе это «Свободная жизнь». Если сам проект – это лучшая жизнь, то первый вид дохода называется «Свободная жизнь». Почему? Потому что здесь для всех выработана единая стратегия, единая тактика. И здесь очень выгодно, чтобы все ваши люди до 27 уровня в глубину, реферальные здесь, получали больше, чем даже вы. Вы представляете, вы вышестоящие, но выгодно, чтобы каждый человечек, каждый партнер получал большие деньги. Здесь очень выгодно работать с командой. Очень выгодно. Поэтому место, программа называется Free Life. Место здесь, то есть каждое место, это отдельный личный кабинет, стоит 1000 рублей. И глубокая реферальная система до 27 уровня. То есть это со всей команды в глубину вы будете получать деньги. А не секрет, ребята, что чем глубже, тем больше количество людей. Но не переживайте, расчет будет таков. При условии, что у вас только будет по два лично приглашенных человека. Хотите спросить, можно больше? Пожалуйста, хоть 150 личников. Просто это типовой пример, чтобы не шокировать.
Все вопросы, которые я в конце отвечу, у людей нет людей, у людей нет денег и так подобное и так далее, все отметите. Все информационные вирусы только у нас в голове. Еще раз повторюсь, нужны только те люди в этот проект, которые хотят получать ежедневный вид дохода 5 тысяч и выше 1000 рублей в день. Итак, поехали. Вот такие есть расшифровочки, ребята. Вот так вот, еще раз обратите внимание, это для новеньких. Вот он, первый вид дохода. Человека интересует, ага, сколько я должен сюда внести денег, что я должен здесь сделать, и когда я получать уже начну ежедневный пассивный вид дохода. Правильно? Правильно. Пошли, вот она, первая расшифровочка. Вот так она сделана, чтобы человек понимал. И не нужно пугать цифрок, приучитесь. Мы как, что, сентябрь, 7 сентября, в первый класс пришли, начинаем все заново. Итак, что же здесь такое, ребята? Здесь один семиместный цикл. Как угодно называйте, матричка, цикл. Когда люди услышат это слово, понимаете, многие почему-то шугаются и боятся. Да я был уже в этих матрицах, да я терял деньги, да я уже устал, тут столько надо, хреново тучу людей, не выгребешь. Стоп, ребята. Кто-то говорит, согласна 100% с вами, почему? Потому что все матрицы, которые до этого существовали, они все были накопительные, и во всех матрицах была автоматизация, были автоматические реинвесты, переливы, и что еще были? Обгоны. Здесь нет, автоматики нет. Здесь единая стратегия, единая задача для всех. Итак, давайте я вам покажу самый кратчайший путь. Покажу, что здесь система налажена для всех, программа и задача одинакова. Здесь нет системы, кто в лес, кто по дрова. А значит, все 100% здесь получают деньги. И могут получать, было бы желание. Итак, задача каждого человека, абсолютно каждого, еще раз повторюсь, стратегия единая для всех, войти в этот вид дохода на 4 места, то есть 4000 рублей. 1, 2, 3, 4, сейчас покажу, в чем преимущество. И пройти один семиместный цикл. Когда вы его проходите, с 4 единожды вложенных в жизнь рублей вы получаете на выходе каждый единоразово 8310 рублей. С 1000, место же 1000 стоит, с 1000 вы получаете 2, соответственно, с 4000 вы получаете 8000. Один к одному, один к двум, вернее. С 4 8. И 310 рублей вам начисляется здесь реферальные. Сейчас все поподробнее. Это для всех одно задание и условие. Очень просто. Ребята, все, вы свою работу сделали. Представляете? Для того, чтобы пройти один семиместный цикл, нужно всего лишь 6 человек командных людей. Формула, ребята, это золотая формула. Запомните. Мы будем постоянно энергетически, психологически, морально, материально находиться только вот в одном треугольничке. Прошел сам, помоги своим двум лично приглашенным. Только тем людям давайте информацию. Ты говоришь, Петя, Вася, Маша, Даша, нужны ежедневные деньги. Хватит тебе сковчать, хватит тебе выйти, сидеть без работы. Денег нету. Найди 20 человек, позайми по 100, по 200 рублей. На месяц каждый 100, 200, 300 рублей займет тебе каждый. Хочешь деньги иметь, начиная от 1000 рублей в день? Хочу. Давай, иди. Задача твоя – взять 4 кабинета, 4000 рублей, и пройти один семиместный цикл. Когда ты пройдешь, то есть всех одинаково, получил 8310. Что сделал? Получил, перекрестился, сказал, слава тебе Богу, а никуда же перетекать не надо. Получил свои деньги, ты ни копейки не потерял, а приобрел. Далее. Что ты сделал? У нас же 3 вида дохода. Берешь 4310 рублей себе в карман. Ты же вложил 4, забираешь карман. А 4000 переводишь, 2 места себе регистрируешь в накопительную программу. То есть тебе проект вышел по нулям, что и требовалось доказать. Далее, ребята. Это очень элементарно. Далее. Смотрите, как это выгодно. Вот тут на примере слайда. Почему? Здесь один
одна семиместная делящаяся система. Именно в ежедневном виде дохода мы работаем в семиместном. Кто говорит матричка, кто говорит цикл, да? Ну, написали здесь в этом проекте цикл. Один. А смотрите, почему в делящемся. Во-первых, человек, который новичок, ему никогда нельзя изначально показывать огромных денег. У него должна появиться вера. Вера не в кого-то или что-то там Лена умничает, а вера в самого в себя, чтобы он должен получить деньги и не потерять ни копеечки. Приучиться. Клеточная есть память. Знаете об этом, да? И вот, я, смотрите, пример на себе. Я взяла себе 4 места. Как только я взяла верхние, это, например, вышестоящие, 3 треугольничка всегда заполнены, 100% с 1000 получаю 2, ну и ушел. Как только я встала, меня верх не интересует, а всегда приучаю людей, смотрите, от меня и ниже. Значит, 2 моих места, видите, система поделилась. Первое, второе в плечиках, третье, четвертое. Стало 2 цикла. Что я сделала, ребята? Вошла сама и 2 партнеров. Так, Оля, Коля, быстренько, нефиг в трансмедитацию впадать. Давай бегом. Деньги нужны? Нужны. 4000 рублей. 2 дня максимум даю. По 100, по 200 займешь. Оля встала и Коля. Как только 2 личника встала, ребята, посмотрите, что образовалось. Я 4 места, и наверху 4 матрички. Не допускайте себе, пожалуйста, если бы кабы, да абы, не нужно. Таких, как мы, миллионы людей, которые ждут вас, чтобы вы правильно дали им информацию. Если не дадите, так, на брифинг. Каждый день брифинги проводим. Я дальше что, ребята, все, я не концентрируюсь больше на себе. Я сама себе не интересна. Я себе, как говорит, для людей, как для себя. А все делаю только для себя. Это нормально. Теперь я что делаю? Я концентрируюсь на Оле и на Коле. Вот они всего лишь 2 личника. Но они же все по 4 места взяли. То есть в этом виде дохода считается не количество людей, а количество мест. Я одна, но у меня 4 места. Оля, Коля, у меня 2, но у них по 4 места, это уже 8 мест. Правильно? Правильно. Я говорю, так, Олечка, быстренько давай Машеньку твою, Сашеньку, и Коля, Диму и Вику. Оля поставила 2 и Коля. Все, ребята, я... С 4 вложенных, вот, 2, 2, 2, 2, 2 на 4, получила 8 тысяч. И 310 рублей я получила сама от себя, вот, видите, сейчас объясню, что это обозначает, 3 колоночки, реферальные деньги. Первая колоночка – это за каждого человека, то есть даже не человека, а за каждое место. Вторая колоночка, вот здесь вот, я показала количество людей, это очень важно, но… Вот они мои, 2 человека, Оля, Коля. Но считается не 2 человека, а 8. Ага, количество мест. Вот она, Оля, Коля. Взяли по 4 места, 2 на 4 будет 8. Мои ребята, второй уровень. Чем глубже, тем больше количество людей. До 12-го принципиально показала, до 12-го это более чуть-чуть, чем 4000 человек. Только, пожалуйста, не падайте, а то многие почему-то неправильно мыслят, говорят, о боже, а где же я возьму такое количество? Ребята, это не ваши, ваши только Оля и Коля. Ваших только 2. Практика подтверждается, что это только лишь на начальном. Люди здесь начинают работать, те, которые никогда не умели приглашать. А приглашать нельзя. Надо людей сюда, те, которые хотят сказать, так, Петя, Вася, деньги нужны, сюда. То есть, чем глубже, люди увеличиваются, да, в 2, 4, 8, 16, 32, 64, все умножайте на 2. На ежедневный вид дохода. Вышел сам, помоги 2 личникам. Помог 2 личникам, помоги в 3 уровню, 4 уровню, 5, выгодно до 27 уровня командой. Семечки, извините за выражение, люди вот просто как те пробочки будут вылетать вот сюда. А движение никогда не сможет остановиться. Сейчас объясню почему. То есть вот это глобальное огромное солнце, да, оно все находится под вами, милые. У кого-то 2 уровень, подумаешь, кто-то там тихоход. Атрофированных нет людей, ни в коем случае. Есть люди, которые немножечко недопонимают. Мы сейчас, как знаете, как вот в 1 классе. Они все идут в накопительную. Не делайте акцент на накопительное. Да, хорошо, 2 миллиона. Ага, прекрасно, очень хорошо. Угу. Журавль, да, пока для всех это журавль. Ага, люди теряли, дайте людям 1000 пока рублей в день. 1000 рублей в день. Вы представляете, что будет?
Люди пошли в накопительную программу. Дальше. Вот она выглядит, накопительная программа. Здесь 6 семиместных циклов. Не пугайтесь. Вот она, раз я выскочила сюда. Что сделала? Я показываю пример с одного места, чтобы визуально лучше воспринималось. А на самом деле здесь больше двух мест пока не берите, родные, не нужно. Если вы будете только по два места брать и просто типовой пример по два личника с ежедневки вот сюда, да? Два места себе в карман, два места в накопительную. Проект вам полностью, а, вышел по нулю, б, увеличиваем скорость. И за 30 дней, 30-60 дней, хотите, не хотите, 1 900 000 получите. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Но изначально помните мысль, какая была? Ребята, а ну-ка давайте сделаем за 15 дней 107 тысяч рублей. Хотите? Конечно, хотите. И я тоже хочу. Кстати говоря, перед морем я уже говорила вчера вечером, да, загадала себе, говорю, на 7 дней мне нужно на море 100 тысяч рублей. Ребята, я получила 118 тысяч. 118. За 2 дня получила сразу 64 тысячи, поработала 118 тысяч. Уже Лена на концу недели, потому что надо было уже уезжать. Вот, поэтому здесь очень, все представить, может, как легко здесь зарабатывать деньги, тем более большие деньги, они зарабатываются интеллектуально головой очень легко, а маленькие, зараза, очень-очень тяжело. Итак, я с ежедневки вышла сюда, проект мне по нулю, вот она А, Оля, вот он Б, Коля мой. Вышла с ребятами и сразу договариваюсь, так, милые, а концентрируюсь не накопительно, не вот на этих миллионов, подождите, они сами с собой здесь выстрельнут. А я вот здесь только так. Олечка, поставили твоего уличника, раз, вышел. Накопительный опять поставил одного уличника, вышел. То есть в ежедневке вы начинаете получать деньги. Я на пятый день стала получать от 4000 рублей в день. На пятый день существования в этом проекте. Ребят, дайте еще могу эти деньги заработать. Ну, извините. Ага, вот она. А, Б, два личника, я дальше что делаю? В ежедневке только концентрируюсь, зная прекрасно, что мне надо А помочь. Формула. У А2 и у Б2 сколько? Это уже не делящиеся здесь. То есть здесь никто никого не задерживает. Даже если ваши ниже стоящие люди, второй, третий, десятый, пятнадцатый уровень, быстрее вас, будут получать деньги, ничего страшного. Они, здесь обгона нет. Они просто так же продолжают с такой скоростью работать, но стоят между циклами и ждут вас, и ничего такого нет. Потом раз за секунду, за 5 минут поставил людей, все, и тут за 5 минут поработал, получил деньги. Вы представляете, какое удовольствие? Вот стало 6 человек командных людей, я своим говорю, так, стоим не более 4 дней, А, Б, Оля, Коля, не более 4 дней. Но концентрируемся только в ежедневной. Одного поставили, бум. Дальше. Место 2000 здесь стоит. Дальше, вот смотрите, с 2000 я получила, как матричка закрылась, да, или цикл, получила 6000 рублей. 5000 по условиям проекта. Ребята, первое место всегда и до конца, мы говорим, до конца жизни будет всегда быть в реинвесте, до конца вам будет приносить постоянно по 1 900 000. И первое место всегда идет до конца. И теперь смотрите. То есть со второго места вы можете на любом этапе забрать хоть все деньги. Это ваше право. Но я просто рекомендую, ребята, что потом, позже, это не сейчас. Каждый раз говорю, даже для подготовленных, неподготовленных людей с двух мест можно сделать себе еще несколько мест. Больше двух мест не берите в накопительной программе. Не надо брать. Чем больше мест, тем больше тормозится скорость по времени получения больших денег. Запомните. Далее. Когда вы переходите в накопительной программе из цикла в цикл, есть промежуточные деньги. Вот получили 6, первое место до конца, 5 переложили, 1000 себе забрали. Вот это промежуточные деньги, 1000 рублей. Далее. Когда А и Б идут за вами, а представьте, у А и Б, допустим, тоже 2, как и у вас, 2 личника, а третий уровень, там 22 личника. Куда их ставить? Естественно, в помощь. Люди под людей идут. Вот вам и есть искусственный перелив, когда мы вручную помогаем другим людям. И это нормально. Когда вы проходите второй цикл, вы с 5 получаете 17 тысяч. 15 тысяч переводите в третий, 2 тысячи опять в карман. Вроде бы копеечки, а теперь давайте посмотрим. Вы проходите третий цикл, и все за 4 дня. Это 4, это 4, это 8 дней, это 4,
Это так, как я проходила, это так, как многие люди проходят за 12 дней. И этот прошел с 15 получил 53. 13 ты себе в карман, а 40 тысяч в трехместочку. Здесь как переправа. А и Б встали, вот он ты, и А и Б рядышком. 40 получили 80. 30 в карманчик. Итак, первый, второй, третий и трехместочку называется Сильвер. Трехместка, называйте, чтобы было проще. Вы получаете с одного места 42 тысячи. То есть промежуточные деньги забираете в карман. Почему 46, извините, 30 плюс 13, 43 и плюс 3, 46. Соответственно, с двух мест вы получаете 92 тысячи. 92 тысячи. Я 3 дня дала вот сроку вот на это, чтобы пройти. Это очень легко, ребята, естественным путем. За 15 дней 92 тысячи. И плюс в ежедневной можно получить от 1000 в день, возьмем 7,5 даже, да, получается. Ну, пусть 10-500, здесь так есть категория людей, которые получат 10-500, а кто-то получит этот, ой, вернее, 100-500 получит, а кто-то получит 107 тысяч. Здесь есть небольшой нюанс, я сейчас на этом не делаю акцент. Дальше. 30 забрали в карманчик, 50 перешло вот сюда, в четвертый. С 50 вы проходите. А все концентрация в ежедневном, ребята, наша задача, мы, знаете, вот как вот норочку роем, вот с первого раз сюда выйти, с первого раз сюда, а люди здесь, соответственно, что? Плавненько идут. Если здесь мы прошли за 15, то и, соответственно, здесь можем за 15. Давайте увеличим срок. Не за 15, за 60 дней сделаем. Давайте за 60 дней, ведь это элементарно. Мы, очень много людей нас, которые по 700, кто-то по 300, кто-то по 400 тысяч за неделю, за 7 дней. Все цифры, которые я озвучиваю, все делали скрины. Номером, да, первым кабинетом, вы в карман забираете 486 тысяч промежуточных денег. Реферальные до 5 уровня 72-140, вот они. От 70 до 8 тысяч заличника, реферальные. Понимаете? Но акцент, солнце мои, делайте только здесь. Вот оно в чем. Я же говорю, вот лежала и действительно думаю, ну как же слова понять? Как же донести? Я-то понимаю, и даже не понимание, а момент озарения. Если человек научится жить в настоящем, помните, обычно всегда говорить, если ты научишься в настоящем миге, в настоящем дне жить, то ты будешь самый счастливый, самый богатый человек. Так, ребята, вы представляете проект, который создан для людей, где нам говорит, что, ребята, милые, вот у меня как бум по голове. Солнце мои, если мы научимся здесь, и не надо лезть вот в эту миллионы, они, знаете, они сами с собой придут. С первого вида дохода, что мы сконцентрировались, поставили человека, всей команде помогаем, они все вылетают накопительно. А здесь плавненько люди переходят сами с системы в систему. И вот эти деньги, вот вероятность, вот можно сказать 99,9% за 60 дней можно получить с учетом, что концентрация только в ежедневном виде дохода. Поставил человеку, помог, верхний вылетел, опять поставил на 4 места, верхний 100% вылетел, все.